Всем привет! Вы на канале Ford Mac. И сегодня в этом выпуске реакции мы с вами оценим переозвучку от канала Better Voice. Если бы Гарри Поттер был логичным, часть вторая. Первая часть была очень хороша, давайте уже оценим вторую, надеюсь, она кажется даже смешнее. Поехали! 3, 2, 1, погнали! Что это? Похоже на мантию. Ха, ну так надень. Вау! Я невидимый! Охренеть! Мы сможем ходить к девчонкам в душ! Я увижу сиськи! Я увижу сиськи! Хорошая идея, Гарри! В общем, это самая могущественная палочка во всем мире. С ней я буду непобедим. И что теперь? Не, ну ты видишь? Сказочный долбак. Лучше бы мне отдал. Ладно, только здесь свободно. А это еще кто такой? Профессор Люпин. Какого хрена он едет с нами? Может, он еще будет с нами кровать разделять? Посмотри туда и скажи... А... Я хотел поговорить. Рядом со спящим рандомным мужиком? Ты права, приедем поговорим. Логично. Может, махнешь ей? Я буду убирать эту неделю. Не, серьезно, мне интересно, какой у него бардак после кучи проверок палочек. Вот это? Знаешь, магия это не твое. Пошел-ка ты нахер с моего магазина, пока еще что-то не сломал. Ностальгия поперла. Какие хорошие желания, Гарри. Не можешь любоваться на свою подружку? Это слишком личное, это не ваше дело. А что если я скажу тебе, что я видел ее интимные фотки? Да быть такого не может, вы врете! Ее же взломали, болван. Покажите! Спасибо за просмотр, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу ВКонтакте. Ссылка вот, ну, в описании. Жену, ну ты чё, там инсайды, все. КТ под этичным узлом. Что может быть лучше? Ну что ж, ребята, это была очень классная переозвучка. Мне она дико понравилась, конечно. Отличное сознание, Гарри. Наконец ты включил свою башку и додумался, что мантию-невидимку можно использовать для очень хороших целей. Какие фоточки там видел Снейп? Даже зацензурили? Интересненько. В общем, данная переозвучка получает огромный респект и лайк. Better Voice — это хорошая работа, мне понравилось. Блин, надо заценить побольше переозвучек и от этого автора, и от The Nafiga. В общем, больше переозвучек, богу переозвучек. Ну а на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Всем удачи и всем пока!